Hey guys, с вами Шмики, мы продолжим проходить игру под названием Sonic Mania. В прошлой серии мы сдохли два раза, один раз из-за времени, поэтому давайте не будем тянуть время. И попытаемся по-быстрому все сделать. Так я думаю, здесь по-быстрому не будет, потому что я уже делаю ошибки. Так, это под водой дышать, окей. Так, это мы уже, да, походу где-то ближе под водой. Как мне туда попасть? Понятно, окей, никак. Просто забыть об этом. Тупые крабики. Тейлз, давай быстрее, короче. Да хотя я и тогда как мог быстрее играл. Так, по кружицу. Кружицу! А, бля, сейчас еще здесь времени потрачу. Нихера. Пока пойму, как здесь надо. Окей. Оп. Ну это очень много времени тратить, все равно. Эта херня меня скорее всего убьет, да? Ух. Повезло. Так. Здесь много вещей, которые меня дергают, и я не понимаю, что это. Не могу залезть. Могу залезть? Т. Там секретка была, походу. 2 минуты уже прошло, ло. А ну-ка. Бум. Пупум. Пупум. Пипю. Пипю. Хач. Так, Соник, тихо. Нужно прыгать, главное, на бок этот. Чтобы все вышло хорошо. Так, тихо. Тейлз. Я сократил, скорее всего, много пути. А из-за чего? А как мне еще по-другому попасть? Ой, я понял. Окей. Это я даун. Не увидел. Просто все равно как бы я просто на изи проиграл одну контишку. И как мне теперь наверх забраться? Тоже. Бля.
А, сложно. Но эта локация должна быть прикольнее, чем те. Хера не видно. Здесь цветы какие-то. И что? Что дальше? Окей. Сюда, наверх, вниз. Гантишка! Там гантишка! Пыча! Сосай. Ладно, я сдох. Ну, почти сдох. Пум. Тейлс, молодец. А, о, окей. Тейлс, собирай монетки. Они нам очень сильно понадобятся. Большой нашел. Это 4, ребят. Надеюсь, я правильно в сторону хотя бы еду. А как его убивать? Как его убивать? О, я понял. Раз, два. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Изи. Тейлс, спасибо. Ча. Ча. Да, мы молодцы. Изи, 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 изи. Прайс Гарландс. Цветущий сад. Красивое место. Не, именно локация красивая сделана. Скорее всего, пойдет у меня на заставку. Но вот это видно, как эти, помните, да, я не помню, в третья ту часть, где еще Наклз появляется. Там с грибами и все такое. Пьем. Так, это я без понятия вообще, что дается. Ух ты ж, ё-моё. Короче, я думаю, не нужно рисковать мне. Пом. Все рискованно, пипец. И тут и все замораживает, и во все, скорее всего, можно сдохнуть. Но мне нельзя терять время. Это же динамическая игра Sonic. Или с вами замедляет, окей. Запомним. Еще Эггмана сейчас подниму нечаянно. И вообще будет зашибись. Сдохнуть мгновенно из-за Эггмана. А. Дурите. Тихо, тихо. Ай-яй-яй. Окей. А, стоит ли мне размораживаться? Нет, не стоит. Уху. Кантишка. Окей, я не против. Нет, там... А мне все равно, да, туда нужно будет? Пум-пум. Так. И музыки нет. Повисло, окей. Пим, пим. Па.
Пам, пам. Так, мне все равно, что дайте надо. Тум. Так, нет, Тейлз. Так, раз. Так. Там, там, там. Изи. Ну, эта локация более такая, ну, приятная. Для игры. А если это я думал, это я уже там. Мони, мони. Пока дают монетки собирать, нужно собирать монетки. Так, мне кажется, я сейчас где-то тут припнусь на этих монетках. Очень жестко. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Бучи дятла. Окей. Мне нужна музыка, я не слышу музыки. Прикольно была музыка. А, окей. Слышь, ты ниндзя. Ого, я понял. Ой, ты еще звезды какие-то кидаешь. Тихо. Не, он легкий. Так, окей, запомнил. Он еще шипы выпускает. Бывает. Так. Тихо, Тейл. Бум. Окей. Ну, зато я понял, как прибыть сразу все монеты. Это легко. А, от него еще врезаться нельзя, оказывается. Почему бы и нет, да? Тейл, что ты там делаешь? О, Тейл свернулся. Хорош. Повезло так повезло. Столько лечек, как обычно. Ну и опять потерял контишку. Это очень плохо. О, Эггман, что ты там? Метал Соника делаешь? На своей звезде смерти. Куда ты теперь меня отправляешь? Так, это какой-то уже стародавний мир все-таки, да. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.